Всем доброе утречко. Я уже искупалась. С утра такая вода классная, теплая. Хорошо. Сейчас немножко, полчасика полежим. Пойдем на завтрак. Мы еще даже не завтракали. Время 9. Сегодня решили попозже. Потому что потом поедем куда-нибудь опять. Вода, смотрите, какая офигенная. Такой спуск плавный здесь. Вот лестница спускаешь. Ну, их много спусков здесь. Некоторые плавают тоже. Полотенце тут покидали. Я, короче, даже и сумку мне не нужна. Тут-то прям же я говорю, отель у нас вот рядом. Я намазалась, полотенце взяла и пришла. И все. Вчера смотрели сумки, что-то какие-то, не знаю. Есть за 30 евро эти соломенные, думаю, нафиг она мне нужна. А тряпочные какие-то, не знаю, страшные. А, неважно. Ой, сейчас с утра прям хорошо. Их много тут, этих вот так вот камни, да, вот. И с разных сторон можно заходить. Ну, как я и говорила вчера, уже народу немного. Вот так, потому что постоянно как-то меняется все. Видать, то, что люди постоянно куда-то ездят, вот, на месте не сидят. Ну, вот как я просто помню, вот как в Турции раньше мы ездили. Я уже давно в Турции не была. 3 раза мы там были. Там люди вот с утра до вечера на пляже. Нет, здесь такого нету. Ну, или в Греции там, например. Постоянно движ какой-то. Куда-то все есть, машины приезжают, тут бронируют. Ну, сейчас вот у нас уже 27 градусов. Все уже пойдем потихоньку сполоснемся, да пойдем завтракать. Все, мы идем на завтрак. Тут смотрите, как красиво окно такое на ресепшене. И прям вид весь. Красота. Вот тут на улице ресторан. Сейчас пойдем завтракать. Там вон ресепшн. Туда дальше барчик. Тут Коля. Тут мы. Открывайте двери. Видите, тут никто не сидит, все на улице, и народу не очень-то и много. Тут вина выбираешь, какие хочешь. Вот это классно, где она хотела показать. У нас оно тоже в Германии есть. Вот это. Ну, тут и майот, естественно, есть. Что у нас тут сегодня?
Ну, короче, как всегда, везде. Сильно не буду на этом заострять. Хватает, короче, всего. Там еще где варят. Всем приятного аппетита, кто тоже завтракает. Вот здесь поднимаемся в барчик. Сейчас они еще с утра закрыты, конечно. Где-то, по-моему, с 12 открывать. Оля! Здесь вот сидеть можно, коктейли пить. Мы тоже тут уже сидели. Тут на пианино играет. Здесь тоже сидеть можно вот так вечером. Здесь бассейн. Здесь их несколько. Там еще сверху есть. Такие лежаки здесь мягкие. Тут спуск тоже на море, их несколько спусков. Тут машины стоят, парковка. А вот тот автобус, который возит ближайший городочек тут, Фигверу. Все вообще так аккуратно сделано. Ну и вид, конечно. Видите, мало, даже не надо занимать место, всегда свободно есть. Посмотришь, полежат часик и уходят, все. Никак, да, в некоторых местах резервируют, кидают полотенце, уходят. Вот, пожалуйста, все свободно. Вид на море. Здесь бассейн. Ну и там еще. Тоже есть соломенными такими зонтиками. Там чуть повыше. Короче, тут много всяких таких, как бы сказать, уютных мест много, где можно полежать. А сверху там вот, можно поднимемся, потом я покажу, не знаю, в этом видео или в следующем. Там вообще прям все хвойный лес. Там бассейн тоже наверху есть. Мой ненаглядный тут стоит. Можешь наглядеться теперь. Ну да. Ну а здесь сам сад, как гартен. Вот о чем я и говорила. Все в елках. Тут вот можно гулять, туда пойти, там лес. И вот еще один пуль. Тоже сколько мест свободных. Здесь тоже по вечерам. Барчик еще один. Такой ихний тоже, к ним относится, ходить можно. Туда вдаль идет лес. Ну там, конечно, огорожено уже чуть дальше. Так вот, оливки здесь. Ой, какой запах! Сразу боровое вспоминаю. Все в елках. Вот такие лежаки. Есть душ.
И еще сверху один пул есть. Панорама вроде бы. Сейчас тут убирают, поливают. Такой вот барчик вечером тоже сидеть. Ну и в обед кто, снеки какие-то. Сейчас поднимемся еще на один этаж. О, можно. Коля, удочку закидываем. Бутылки стоят. Удочку неси. Вот стоит что. Вот вид отсюда. Туда не иди. Там голый лежит. Чуть не завернула, там мужик голый лежал. А вот еще один такой пуль. Прозрачный. Там сразу море. Видите, прозрачный совсем. Ой, не знаю, видео попало или нет. Не буду поворачиваться в правую сторону. Вот красота. А, ну отсюда его не видно. Прям до краю вот доходит и как бы обрыв. Вон там еще один бассейн, который я показывала. Ну вот самый вид сверху. Горы. Тут еще лежаки. Короче, всем советую. Если кто ищет, чтобы поехать на Майорку, именно в это место. Конечно, тут они ремонтируют крышу, видать. Ну, оно как бы ее и незаметно. Террасу, видать, делают. Ну, как бы не относится, ее даже и не видно. Короче, всем советую, да, хотела сказать. А, ну, если кому-то важна сильная еда, чтобы много было. Нет, здесь такого нету. Здесь ты голодный не останешься, конечно, но выбор не прям такой большой, как в Турции, да? Нам это не важно. Нам важно вот, где погулять, вот эти все виды. А еда голодной никогда не останешься, все равно поешь. Ну, испанская еда натуральная всякая. Все, что мне нравится, есть. Вот какая красота. Короче, этот пляж для нудистов. Если я-то иду снимаю так, наверх не смотрю, толком не читаю. А потом сейчас уже обратили внимание. Так что наверх мы больше не пойдем. Ну, сейчас мы зашли в комнату. Вот покажу. Вот сам весь остров. Тут нам, когда мы приехали, нам сразу дали информацию и все. Вот тут мы находимся. Так, подождите. Я сейчас на камеру не вижу. Так. Так, вот Пигвера. Вот здесь мы находимся. Кальвия. Или Гальвия, как она правильно говорится. На всех языках оно по-разному. И вот вчера мы ездили на Пальму. Сегодня хотим съездить на Андрач. Вот он находится. Где? Пальма 30 километров. Да, Пальма отсюда от нас. Вот с Кальвия 30 километров. Андрач еще не смотрели. Сейчас посмотрим. Так что поездим. Здесь вот тоже информация в отеле. То, что во сколько, чего. Вот так называется отель, кто спрашивал. Пятизвездочный это отель, сразу говорю. Тут все. Когда, чего там, завтрак. Ну, у нас хальпенсион. Это как по-русски? Короче, не все включено, а завтрак и ужин. Полупенсион, да, или как это сказать. Ну, потому что мы, я уже как и говорила, что потому что мы катаемся. потому что. Вот мы позавтракали, да, чуть поэта и поедем. Так что, ну, все так вроде бы.
Все, сказал. Тут доктор тоже 24 часа, он сидит в отеле. Так что все есть. Доктор, амбуланс, госпиталь, даже зубной есть. Короче, вся информация. Тут вот нам объясняли, вот сразу, когда приехали, то, что автобус идет. Сразу вот этот, который я показывала, черный. Ну, так вроде все об отеле. Так что тот, кто хочет, можете ехать. Ну, сам вот вид, я, как и говорю, один завораживает, только чего стоит. Ну, все, буду на этом заканчивать. Всем спасибо, всем пока, до следующего видео.